Дома! Что ты мать, не отняли, говорит, какая технология? Не дал! Дедушка, российские технологии и ботов. Не дал! Вот. Дедушка, а теперь я хочу на серверный поезд. То есть прямо к Деду Морозу? Да. Проверим, есть Дедушка Мороз в Лапландии или на Северном полюсе, чтобы это... вопросы возникли у многих. Ну давай, где у нас клавиатура-то? Дисперсия, работает, елки, палки. Так, ну, все, приготовили, давай. Внимание. Два. Вот, иди, так, пять. Четыре. Что он спит. Когда он не спит, он ест. А что он ест? Ничего. Давай-ка отсюда быстрее улетать. Сейчас. Да, подожди, я смогу. Ты что? Никаких следов Деда Мороза. Слушай, что-то зря задержались. Давай отсюда улетать. Раз, два. Где бабушка? -53 градуса! А я валенки не взял, вообще чуть не замерз. Вообще, или потерял, они там мерзли. Слушай, о, устала. Ой, когда постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества. Кондёр полетел. Фу. Ну ничего страшного. У меня запасной есть. И дым отечества, как говорится. Сладок и приятен. Ну, что у нас? Тихий час? А может еще куда слетаем? У нас еще этот предохранитель цел. Понятно. В общем, устала внучка. Дедушка все бы летать, да летать. Похоже, на сегодня мы нагулялись. Свежий воздух, кислый рот. Все, чмоки-чмоки, споки-ноки. Слушайте, а пока внучка спит, дай-ка я куда-нибудь смотнусь быстренько. Не понял сейчас. Что ты ржать, что как... Отовсюду хохот какой-то. Это что у нас, комедийный шоу, что ли? Научная история. Ну что, выспалась? Ладно, дед полетел. Чмоки-чмоки. Споки-ноки. Mm-hmm.